Друзья, весна – это пора, когда самое время начать все с чистого листа. Вот и наша программа подумала о том, что английский язык – это язык, который является самым продаваемым в мире. Это доказано учеными. Поэтому мы подумали, что будет правильно в связи с декоммунизацией дать Николаевским селам название на английском языке. И это 100% привлечет туристов. Поэтому презентуем вам совершенно новые названия для совершенно старых николаевских сел. Итак, внимание! Живописное место в Николаеве – Булфинч Хилл. Для нас оно известно как Снегиревка. Продолжаем. Есть также такое замечательное место – самый рэперский район в Николаевской области – Brotherly District. Нам всем он известен как Братский район. Также место счастливых пенсионеров и дачников – Happy Garden, или же известен как Радсад. Балабановка. Балабановка. Лучше уже не будет. Фаербэк Мешкова-Погорелова. Old Cats – старые кошары. Спрингфилд – село Весняне. Ну и напоследок – Сплэкет Хорс – село Рябоконево. Как по мне, просто лучшее место в Николаеве.